Мы приехали на вписку. И убили нашего третьего аниматора. Это первый человек, кто ко мне подошел, бабки, чтобы сфоткаться. У тебя так много девиц. Все они нереальной красоты. Денис, ты весь такой зашибись. Мы хотим быть такими, как ты. Денис. А где тут вписка? Мы приехали на вписку. Это Ваня Русанов, он нам арендовал свою квартиру для нереальнейшей вписки. Привет, Ваня. Привет всем. Привет. Вообще тут именно тусеры собрались такие, потому что сегодня будем разрывать. Самый разрывник это Серега. Серега, ты где? Я разорву тебя. Ночью. А, вот что он показывал! Усы? Серьезно? Да, вот там вот здесь нет. Да, ну, короче, да, поле чудес, да, Леонид Якубович. Класс, я обожаю раннюю весну. Это так круто, что весна началась именно с первого дня, а не с апреля, как это обычно происходит. Но у нас обычно в нашем регионе с 1 марта еще февраль у нас и до апреля, а с апреля уже как март. А получается, что с апреля уже будет как май, а май уже будет как лето. Раунд! Вот это я именно зачитал, вот это я зачитал. И сегодня я еду работать, анимировать. Потому что, как вы знаете, кто не знает, я работаю аниматором, детские дни рождения, корпоративы. Мы приехали в антикафе «Обломов». У нас сегодня детское мероприятие в стиле ниндзяго. Ниндзяго! Ниндзяго! А ты какой будешь ниндзяго? А мне все равно. Красный или красный, зеленый? Хорошо, я буду зеленый. Хорошо, я буду красный. Хорошо. Ты будешь цвет радости, а я цвет агрессии. Да, я страсть, мне давай. Просто нравится зеленый цвет. И все. Давай не агрессия, а страсть. Будем вести черту страсти. Будем страстными ниндзя. Давай. Я еще должен подъехать третий аниматор Михаил. Он будет негативным персонажем, которого будут все бить и издеваться над ним, правильно? Угу. Потому что я уже вырос, у меня level up. Поэтому раньше меня все били. Мальчик для битья был. Тяжело аниматором работать. Все, не бьем его. Не бьем. Все, не бить его. Все, мы отработали. Короче, дети немного бешеные, они убили. Бешеные, Вася, дети совсем бешеные. И они убили нашего третьего аниматора, просто, я не знаю, изнасиловали. Одеваемся. Переодеваемся и убегаем. Сейчас я направляюсь к Рисовне, которая умудрилась заболеть. Купил ей бананы, таблетки всякие там, витаминки, и будем ее лечить. Сегодня, конечно, погода херовая, все серое, идет дождь и очень холодно. Сука, я ненавижу такую погоду. Вышел выгулять собачку. Иди сюда. Побежали. Пуля. Выполнил два задания. Приехал к Ире, погулял с собакой. Выздоравливает. Солнышко маленькое. Вот это настоящий спортсмен. Пришел с зала и сразу за здоровую пищу. Сегодня у нас небольшое мероприятие, такое маленькое детское день рождения. Блять, я забыл. Алиса в стране чудес. Сейчас ждем одного чувачка, Данила, и второго чувачка, Ляшка. Ну, тот, что с вилами. Собираемся и выезжаем. А вы думали, что видеоблогеры не работают? Нихера. Пашут, как лошади. Раз в неделю по часу. Раз в неделю заказ по часу, пора. Привет, Сань. О, привет. Дэн, смотри, какой ты заяц будешь. Я а, все-таки ты будешь заяц. А я не буду. Я зайцем? Я думал шляпником. Дэн, ты видел себе? Какая у тебя шляпа? У тебя красная шапка. Мона. Еще.
на программу. И сегодня я шляпник, а это зайчишка. Зайчишка. Вот такая вот у нас семейная парочка. Ух, ну что, закончился этот ад, и наконец-то мы едем домой. Встретил я своего брательника, и сейчас мы катим на second hand. Еще был такой прикол, стояли мы, точнее я стоял на остановке, и подошел какой-то малый, крутился вокруг да около, крутился, что-то там втыкал в телефон, а потом подходит ко мне такой, чувак, а ты случайно на YouTube не снимаешь? Я такой, ну конечно снимаю, да. О, можно с тобой сфоткаться, и этого парня зовут Богдан, и мы ему передаем привет. Это первый человек, кто ко мне подошел, бабки, чтобы YouTube, сфоткаться. За рекламу. Сфоткаться, это было очень приятно, и я понимаю, что не зря я это все делаю, снимаю видео, и снимешь рекламу хоть кому-то они интересны. Нет, я никого не рекламирую. Я реально это ценю. Спасибо вам, ребята. Йоу, Нига, ну что? Что-то нашел? Херню, да. Короче, нихера мы ее нашли на секонде, и сейчас идем есть шаурму. Этого краба. И так еще. Пока. Ну что ж, видео подошло к концу. Если тебе понравилось видео, обязательно поставь лайк. Также пиши комментарии внизу под видео. И если ты не подписан еще на мой канал, обязательно подпишись на мой канал. А с тобой мы встретимся в среду. Ты спросишь, почему в среду? А потому что в среду выходит мое новое видео. Но это будет не влог, потому что влоги у меня выходят в 10 утра в субботу. Пока!